Знаете ли вы о внедрении обязательного социального медицинского страхования? Да, конечно, знаю. Эту новость я узнала буквально недавно. Я Естумбар. Слышал, но не ознакомлен. На эту тему, по-моему, поднимали, а потом как-то забыли. На самом деле, только то, что вы мне сейчас сказали. Сколько в среднем вы платите за один визит к частному врачу? Ну, в среднем 5 тысяч. Порядка 10 тысяч тенге. Где-то около 15 тысяч. У меня, например, за мазь, за препараты какие-то, за уколы, это все обошлось где-то больше 20 тысяч. Сегодня треть всех затрат на медицину в Казахстане граждане платят из своего кармана. По предварительным расчетам, в 2019 году больше 80% объема финансирования медицины будут покрывать взносы государства. Что застрахованные в системе ОСМС смогут получить за эти деньги? Услуги поликлиник, рецептурные препараты, стационар, сестринский уход, паллиативную помощь. Также застрахованный имеет право на сложные и дорогие операции. В системе ОСМС смогут участвовать и частные клиники, если они будут соответствовать всем требованиям. Что вы думаете о внедрении обязательного социального медицинского страхования? Ну это хорошо. Я согласна платить. В принципе, это мизерные деньги. Я полностью поддерживаю. Ну, я думаю, это правильная система. Я приятно удивлен цифрами озвученными, потому что в моем понимании суммы были немного выше. Мне кажется, это круто. Фонд социального медицинского страхования. Ваше здоровье под нашей защитой.